В среду, 22 июля, в Магаданской области выявили 20 носителей коронавирусной инфекции. С начала недели всего 46 заражений. За все время в регионе зафиксировали более 1200 случаев заболевания COVID-19. Умерли 7 пациентов. Выздоровели более 700 человек. Специалисты отмечают, что на сегодняшний день на Колыме наблюдают 82 очага заболевания, из них 55 семей. 300 человек на самоизоляции.